Программу «День пельмень» на национальном телевидении Чувашии представляет сеть профессиональных стоматологий «Дентамед». Хохотушки, веселушки, говорушки, непослушки, за животики, держалки, обсуждалки и игралки. С нами праздник каждый день. Передачи «День пельмень». Всем привет! На национальном телевидении Чувашии начинается новая программа «День пельмень». Каждый день мы отмечаем необычные и порой даже несуществующие праздники. И сегодня на календаре день пакетика! Ура! Вот такая простая вещь. Легкая, дешевая и шуршащая. Ребята, а какую пользу она нам приносит? Пакет может пригодиться для костюма привидения. Надеваешь просто на голову, просовываешь руки и все готово. Пакет еще можно использовать как аквариум и как шарик с водой. Вот нет у тебя аквариума, а тебе нужно рыбку до дома донести. Берешь пакет, наливаешь туда воду и кладешь туда рыбку. И идешь домой. И берешь воду, а шариков у тебя нету. А надо же кидаться в своих друзей. Берешь рулоновый пакет, или как он называется, не помню, и кидаешь в своего друга. Можно пакет как собиратель воздуха. Поехал ты, например, отдыхать в лес, а там самый чистый воздух, или на воздушном шаре. Хочешь же ты собрать воздух, чтобы понюхать потом и освежиться? Покажи, как это делать. Вот так. И все. Ребята, а как правильно и где нужно хранить пакеты? Пакеты нужно хранить так, что, ну, они же все равно будут грязными, так что их можно хранить в шкафчике или лучше на балконе, там же чистый воздух, пусть освежаются. А нужно ли мыть пакеты? Да, нужно. Что самое необычное вы переносили в пакетах? Я переносила в пакете своего кота. Я боялась, что он задохнулся, так что я его отпустила. А еще я надела... Ну, как перчатку надела и тронула кашу. Ты не любишь кашу? Я не люблю кашу. Самое интересное, это много-много продуктов и вкусняшек. И он не выдержал, хотя у меня магазин рядом с домом, близко. И я пока шла с мамой, он у меня бац и рассыпался. И пришлось собирать все. А еще пакеты можно использовать вместо бахилы, чтобы не испачкать пол. Пакетики, конечно, помогают нам жить, но могут принести и вред. В некоторых странах их вообще запрещено использовать. Ребята, как вы думаете, почему? Мне кажется, потому что это считается как мусор. Идешь ты с пакетиком пустым, он вот и улетел. И если так у каждого, например, жителя страны вот улетит по пакетику, то в океане образуется такой остров. Да, пакетов скапливается все больше и больше. Но разлагаются они, ну, очень долго, до тысячи лет. Если пакет случайно проглотит животное, то оно может погибнуть. Поэтому нельзя кидать пакеты в воду и на землю. Можно кидать пакеты только в мусорный контейнер. Но не будем грустить, ведь сегодня праздник. Лучше сыграем в пакетбол. Вам нужно передуть этот пакетик на сторону соперника. Девочки, как называется ваша команда? Пони. А ваша? Розовый тигр. Здорово. Ну что, а мы начинаем? На старт, внимание, марш! И чемпионами программы «День пельмень» по пакетболу становится команда «Розовый тигр». Ура! Смотрите нашу программу по будням и помните, мы можем сделать праздник из ничего. Пока-пока! Для достижения высоких результатов в любом деле эту работу нужно любить искренне, беззаветно и преданно. Высококвалифицированные врачи клиники «Дентамед» верны своей работе и неизменно вот уже многие годы отлично выполняют свой долг перед пациентами. Добро пожаловать в клинику «Дентамед». Звоните 55 55 55.
пойдем, обязательно. И без этого никуда. А это зачем? Пригодится. Ну что, к полету готовы? Поехали! Межрегиональная выставка товаров и услуг для детей и родителей. Планета «Дети». В программе «День рождения Деткидский тур», «Танцы с Деткидс», конкурс рисунков, розыгрыш призов и много подарков. 12 мая. Чебоксары-арена с 10 утра до 9 вечера. Ход свободный. Телефон для справок 211-711-0+.